Здравствуйте, друзья! Сегодня мы посетили Экспо-2016. Это место, которое открылось в 2016 году, где расположено множество разных мест посещений. Но мы приехали сюда за самым главным. Это башня Экспо. Ее высота составляет 114 метров. И сейчас мы пройдем туда, чтобы подняться на самый верх. И мы вместе с вами посмотрим, какие открываются оттуда виды. Конечно, в солнечную и ясную погоду виды были бы еще красивее и приятнее. Что тут сказать? Что имеем, то имеем. Пока мы наблюдаем за огромнейшей и прекрасной территорией Экспо, поговорим немного об ее истории. Экспо – это международная выставочная организация, которая официально проходила в Анталии с 23 апреля по 30 октября 2016 года. Анталия получила право на проведение выставки решением Международного бюро выставок и Международной ассоциации производителей садоводства. Это первое мероприятие, проведенное в Турции, где проходила выставка Экспо. Экспо 2016 в Анталии организовано с философией «Зеленый мир для будущих поколений» и темой «Цветы и дети». Подтемы были таковы: история биоразнообразия, устойчивости и зеленых городов использовались в этой организации, где использовался лозунг «Озеленение будущего». Экспо 2016, которая официально проводилась с участием 52 стран и неофициальным участием еще 3 стран, за 6-месячный активный период принимала у себя различные организации, а также местные и зарубежные концерты. Выставка в категории А1 официально длилась 6 месяцев на площади 1121 гектар. С 31 октября по 31 декабря 2016 года выставка была продлена еще на 2 месяца. Он по-прежнему открыт для посетителей и в целом все достаточно пригодно для посещения. Вход на территорию Экспо абсолютно бесплатен. На входе еще выдают карту с разметкой всех мест посещения. Thank you.
Итак, вот мы и побывали на высоте, на самой вершине башни Экспо. Вход туда стоит и 10 лир, чтобы подняться на самую высоту. Так как сейчас достаточно прохладно, для людей выделяется 10 минут, чтобы побыли на высоте и осмотрелись вокруг. Ну и дальше мы спустились вниз. Вы сами могли видеть, какие чудесные виды открываются оттуда сверху. В летние и более теплые дни, я думаю, там выглядит все еще более красиво. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, не забывайте про колокольчик. Также оставляйте свое мнение в комментариях, как вам территория Экспо 2016. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!